Задача получилась у нас непростая. Следов ее существования в предыдущем составе бюро я так и не нашел. И если другие комиссии, уже работающие прежде, были быстро разобрали своих активистов, то нам пришлось в основном комплектоваться за счет вновь вступающих ветеранов. В настоящее время комиссия по культурно-массовой работе находится в стадии формирования. Согласовано участие в ней 7 членов, и мы надеемся, что особенно после нашего собрания она будет активно пополняться.